Всем привет. Приехал я в Леруа Мерлен. Короче, куда-то приехал смотреть мебель для загородного дома. Ой, смотри, какой лежак милый. Сколько он стоит? Прикольный. Смотри, 109 тысяч, какая мебель прикольная. 109. Мягонько. Ой. Прикольно. 109. Тут есть варианты и поскромней. Вот, смотри, какой классный. Для бухача. Вообще шикарный. Ну, вот не стоит, он 64 тысячи. Приятная цена. Раз, два. Смотри, какие мягкие, какие они классные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть предметов, прекрасно. Да, мне тоже кажется, что идеальный вариант. И он даже очень симпатичный. Правда? Правда. Очень красиво. Ой, смотри, а вот этот шатер, а под шатром можно вот такую устроить историю. Вон, 109. Очень красиво. Слушай, мне тут нравится вариант, очень классный. Какой? Ну, 64 тысячи, мне тоже нравится. Всего лишь копейки. Что-то у нас еще есть. Под камень, говно такое. Не очень красиво. Я чуть-чуть покажу, что это есть. О, качалки, качалки эти, как они. Кресло качалки. Слушайте, лежак реально крутой. Почему у меня цены? Почему у меня цены? И всего надо взять. О, кстати, можно лежать и накрыться. Да, как вот комаров. И попучивать. Столик есть. Все для нас, ребят. Все для нас. Смотрите, как удобно. Поставил сюда алкаш. Бокал виски. И все. Пьешь. Дальше. Да, металлический. Здесь прикольно, 21 990 стоит. Вот этот вариант тоже прикольный за 54. Прикольный. Хороший жилье, да? Сейчас мы поедем в загородный дом. Там идет ремонт. И я вам покажу дом. Что там сделали уже. Я вам его когда-то показывал, когда выбирал дом. В итоге выбор был сделан. А? А тебе не кажется, что у тебя за 54 будет удобнее? Вон, с черным стеклом, который. Не, когда ты бухаешь, ты вольешься в любое кресло. Поэтому... Вот это где? Вон то. 54 стоит. И по цвету он, кстати, прикольный по износу стойкости. Ну, по износу. Не будет так сильно мараться. Он потемнее. Ой, блядь, сложный выбор. Кстати, очень классный этот шатер. Очень реально классный. Он из чего? Он из дерева? Или пластик это? Пролезешь. Наставили. Это что? О, это типа этого металла. Он такой прикольный. Стекло классный. Здесь это пластик. Или как это? Или вот стекло, как правильно. Почему здесь цена 109? А, это вот за вот эту херню.
6 предметов. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотри, какой этот столик. Ну, в этом вот меню, допустим, больше. Очень неудобно здесь. Столики прикольные. Высокие. Так сюда алкашку ставить. Зачем? Алкашку куда поставишь, там и там и счастье. Так, все. На выходе уже из магазина. Обе. Это обе. Увидел такой, смотрите, какой это парк. На продаже. Деревья. Блин, кто посмотрите, это просто. О. Как мне нравятся вот эти цветы. Синие. Их можно посадить перед домом, и они когда будут цвести, это будет пипец как красиво. Всё, поливать надо, блядь. Синий. Поливать, говорит, надо, блядь. Круто. Смотрите, под кактус сделали. Видите цены? А тут цены нет. А цены здесь нет, да? Кое-где есть. Ой, это голубая ель очень красивая. Вот, очень красивая голубая ель во дворе такая растет. Ну, туи. Туи, конечно, очень сложно сочиненные, но безумно красивые деревья. Вот за ним, вот смотрите, вот как раз туи. Видите, завяло, блядь. Это посадишь, блядь, за безумные деньги. А такая длина стоит 1000, наверное. 15, наверное, вот она. Вот эта длина. И все, блядь, и сядет, ой, сядет, господи, и этот, как называется это, блядь, завянет. И все, и что делать-то потом? Ну, это кедр, да, наверное, какой-нибудь обычный. Или не кедр, это сосна, да, какая-нибудь? Сибиряк, блядь, ни хера не знаю. О, клен. Здесь есть клен. Красиво. Клен, кстати, я впервые увидел в Москве. Никогда раньше его не видел. Там клен есть. А? Квадратный. Почему квадратный? Какой-то странный он. Цены нет. Может, он распродажный какой-то, он какой-то такой странненький. Вот очень крутые елки вот такие, которые спадают такими этими ветками вниз. 50 тысяч стоит. Охуеть. В тайгу проще съездить, блядь, за эти деньги. Реально, кстати, в тайгу проще съездить, блядь, там на выкопать, выкопать. Ой, что, вон бы так в Красноярске бы я так сделал. Очень красиво, конечно. Я обожаю деревья. Это очень красиво. Все, надо ехать дальше. Сейчас вам покажу этот поселок, где дом у меня. Красивый дом. Хотите, я вам покажу на какой сегодня машине? Я сегодня не на своей. Мне дали погонять. Другую, но тоже Mercedes. Сейчас вам покажу. Вот такая, видите? Фотка. Красоточка. Красота. Шучу, блядь, не дали мне ни хера. Это не моя. Хозяин пошел ссать. Ой. Ой, господи, боже мой. Жарко. Кстати, включается она от этого. А, надо педальку зажать. Стенка, спинки. В Москве 13 часов 14 минут. Обязательное тестирование сотрудников. Ого. На антитела коронавируса. Просрочка ТО на 35 дней. Выросла стоимость забора. Просрочка ТО на 35 дней, блядь. Сейчас, блядь, масло закончится, где-нибудь встанет. Так, едем дальше. Сейчас едем мы в этот, в питомник, где продаются деревья.
Вот, и, собственно, в загородный дом. Друзья мои, я приехал. Просто в нереально крутое место. Смотрите. Где? Ты кто? Это альпака. Смотрите, как они такие клевые. Как у вас дела? Смотрите. Ты малыш. Ты маленький. Ой, какая красота. Как туда пройти? Смотрите, это кто? Это голуби. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Это обычные голуби. Ничего здесь такого нет сверхъестественного. Опаньки. Это кто у нас? Цесарка. Павлин. Не видно. Ох ты красавица какая. Привет. Привет. Как дела? Куры. Козлы какие красивые. О, вау! Ты красавец! Ты клевый! Подожди, фотку хочу сейчас. Смотрите, сколько он нет. Чтобы вы понимали, это просто где продают деревья, вроде бы, как я понял. Смотрите, как. Не надо теперь их подбирать. Все, больше нет. Все. Пахнет деревней. Привет, малыш, привет. Привет. Как у вас дела? Как дела? Привет. Это? Уже никуда не хочу. Ты хоть первую потрогай. Да. Все, сложился. Ой, они тут все раскрылись. Он еще один раскрылся. Такая. Там растения красивые. Вот. Привет. Привет. Пожалуйста, дайте поглажу. Так пострижи. Козлевич, видите, маленький? Да, козленочек, смотри, какой малюсенький. Где? Вот он. Так, ну что, идем дальше. Смотрите, сейчас я. Здесь продаются деревья, вот клевые, красивые. Сейчас будем смотреть. Вот сейчас смотрите, вот так выглядит питомник. Здесь просто миллионы, миллиардов деревьев. Все в горшках, это все в горшках. Все, что вы видите, все в горшках. Видите? Везде цены. Ой, бля, чуть не упал на пот. Вот цены. Сколько, что это у нас такое? Сам скажу, что это такое. Стоит 1100. А называется это... Кто, блядь? Кивильник или кизильник? Непонятно. Непонятно. Вот, смотрите, например, розы. Розы чайные, да? Смотрите, вот такие розы. Где ценник? Вот. Скажу, во-первых, что это такое. Это стоит 3200. Да, роза. Роза плетистая. С шипами. Как за ней ухаживать, а с шипами? Пока, блядь, ее почикаешь, весь нахер поколешься. Кстати, это все, такое ощущение, как будто это поле, а это все в горшках. Что?
красивая елка. Сколько стоит? 78 тысяч? 78 тысяч. Блять, не верю. Я сейчас проверю. Блять, 78 500. 78 500. Ёбнулись что ли нахуй совсем, блять. Сейчас вообще, мне кажется, сибиряки посмотрят это видео, вообще охуеют. У них, блядь, елки под домом, блядь, растут, блядь. Тут за 78 500 елочка. Какие красивые. Но они мне что-то напоминают эти кладбища, вот эти елки. Мне кажется, в Красноярске на кладбище такие елки есть. Если по одной немного, то красиво. Когда много, как-то даже грустно. Вот что это такое у нас? 5900. Чубушник. Фу, пахнет. Как жасмином пахнет. Реально пахнет жасмином. Чубушник. Красивые вот эти, прикольно. А что это такое? Красиво. Это цена 85 тысяч, блядь, я не могу понять. Блядь, в грязь наступил. 137 тысяч, это клен. 137 тысяч. Поняли, да? Засажу весь участок, блядь, кленом. Все будет в клене. Ой, господи. Смотрите, плоские сделали деревья. Так. Березу, обычную березу. Обычная береза. Хотите цену? Обычная, блядь, береза. Смотрите. 106 тысяч рублей. Береза. Береза Жак Мане называется. Что у меня, мне кажется, я выйду отсюда с такими глазами, блядь, с этого питомника. Береза 137 тысяч, по-моему, сейчас кто-то скрыл. Это ужас. Береза, блядь. Береза. Чтобы вырастить, перевести. 137 тысяч, береза. Так можно поехать в любой лес, откопать кусочек себе маленький, посадить и вырастить береза. Вообще какие-то обычные. Совершенно обычные. В общем, как-то так. Такая пожухшая. Да она такая и есть, знаете? Она такая и есть. Ель обыкновенная. 181 тысяча. Вот не пизжу. Блять. 181 тысяча 500. Ой, господи. Я хуею. Просто хуею над некоторыми кустами. О! Смотрите, какая ель. Ну что, смотрим цену. Вот ценник. Чтобы вы понимали, вот цена. Блядь, сейчас, секунду, ребят, вы должны это видеть. Видно? 295 тысяч рублей. 295 тысяч рублей за ель. Вот березки. Просто береза, бля, береза. Обычная в Сибири береза в лесу растет. 66 400. Это клен? А я там уже ель, блядь, за 300 нашел тысяч. Это что такое у нас? Что это? Красиво сделано. Они просто, видимо, накидывают цены за то, что они вот очень красиво это все делают. Сколько это, блядь, стоит? 367 500. 367 500. Это кто, блядь? А, это яблоня. Нормально? Вот она вот так выглядит. Пиздец. А это что? Это каштан. Смотрите, какой здесь растет каштан.
смотрите, вот он большой, уже взрослый, наверное. Сейчас посмотрю, сколько он стоит. Ой. Сейчас я все найду. Ой, блядь. Так, смотрим все внимательно, с замиранием сердца, блядь. 2 310 000. 2 310 000. Поехали отсюда. Все? Все, поехали. Что, я приехал? Кто ты? На такси приехал. Кто же это? Такой поселок застраивается. Тут у меня сосед такой гламурный. Какой богатый там дом. Здрасте. О, в паркинге плиточка уже. Это прекрасно. Так, что понять? О, здесь уже плиточка. Здрасте. Здравствуйте. Спите, спите, не отвлекайтесь. Я просто не сплю, я чуть-чуть... Хорошо, хорошо. Так. А, тут уже обои. Уже обои наклеились. Такие окна везде. Везде в пол. Так, санузел здесь есть. Персональный для главной спальни. С. Не с, а уже с пол сделался. Делается. Так. Что, пойдемте, я вам покажу территорию. Забор меняют ребятки уже, уплотняют, чтобы не затопило в случае чего. Так, такая территория. Здесь будет терраса. Выход будет вот здесь, с кухни. Видите? Блядь, давай еще, сука, порви кроссовки. Вот, выход будет. Здесь будет вот такой настил. Вот. Где я буду пить кофе по утрам. Вечерами вино. Днем кальян. Вот. Сосед, конечно, вообще пушка. Там, конечно, пушка пушечная. Там вложений, блядь, очень много. Очень нравится здесь территория. Здесь 12 соток. Давайте дом покажу вам издалека. Задний вид дома. Шикарно, да? Еще раз скажу, шикарно. Вот. Прекрасно. Такие ромашки прям огромные, блядь. Добротные ромашки.
поселок новый, застраивается. Это очень круто, что он новый. Вот. Прекрасно, что. Когда я выбирал этот дом, не было такого количества ромашек. И они были не такие высокие. Трава не была такой высокой. Ребята уплотняют забор, чтобы, я сказал, что да, про водоем, ну, вода, если вдруг ничего, чтобы не залило. Молодцы. Молодцы, ребята, делают. Там есть пруд недалеко от дома. Видите, окна какие-то красивые, в пол. Здесь можно погулять. Глянем, что у него, блядь, там. С этой стороны дом. Классный дом. Ой, зажжем звезды над Парижем, да?